В 250 километрах от Петербурга, в местечке Свирское Ладейно-Польского района, на берегу тихого Рощинского озера, расположились живописные строения Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря, обители с богатой и драматической историей. Многое помнят эти белокаменные стены. Величие и упадок, славу и скорбь, разрушение и возрождение. Сегодня Северная Лавра по-прежнему сияет в своем великолепии во имя Божие и на радость людям. Со всех концов страны съезжаются сюда паломники увидеть шедевры допетровской архитектуры, снять с души тяжесть, помолиться и спросить благословения и прикоснуться к великой святыне, нетленным мощам преподобного Александра Свирского. И вот уже 5 столетий населяют обитель люди, взыскующие Господа, добровольно оставившие суетный мир ради вечной истины. Их трудами и молитвами всегда славилось это святое место. Место на земле. Когда-то Рощинское озеро окружали дремучие леса. Отсюда и название. Были они почти безлюдными, лишь дикие звери хозяйничали в глухой чащобе. Однажды по этим местам проходил юноша. Звали его Амос, а путь его лежал на Валаам. О святой обители он узнал еще в детстве от путешествующих монахов. И с тех пор мечтал посвятить свою жизнь служению Господу. Однако у родителей были на младшего сына другие планы. Он должен был жениться, заняться крестьянским трудом и обеспечить их старость. Не дождавшись родительского благословения, Амос отправился в монастырь самовольно, в одиночку, практически не зная дороги. Здесь, на берегу Рощинского озера, его застала ночь. И произошло чудо. Юноша увидел ослепительный свет и услышал таинственный голос, возвестивший, что на этом месте он создаст обитель. Но тогда он не придал видению особого значения. Мало ли что может померещиться уставшему путнику. На Северном Афоне Амос был пострижен в монахи с именем Александр и не переставал изумлять суровостью своего жития даже самых строгих валаамских иноков. Постепенно он перебрался на остров, ныне называемый Святым, и готовился провести остаток дней своих в келье, вырубленной в скале. Но однажды, после 10 лет пребывания в затворе, во время молитвы, Александр услышал голос, велевший ему отправляться к месту, которое было указано ранее. И спросив благословения у игумена, он покинул Валаам
и вернулся на берег Рощинского озера. Первые 7 лет он жил здесь совершенно один, не видя ни одного человека. И вот однажды, только через 7 лет, во время охоты, Андрей Завалишин, который был тогда местным помещиком здесь и московским боярином, во время охоты наткнулся на его жилье, которое здесь было, избушка или шалаш, или, так сказать, землянка, которую он мог сооружить себе. Вот. Увидел явно, так сказать, человека Богом, так сказать, выделенного, и постучался, а преподобный, думая, что не видя уже столько долгое время, такое долгое время людей, подумал, что это какой-то дух пришел его мучить, испугался, и только после молитвы, которую, так сказать, Андрей Завалишин произнес, помолился, он вышел и, так сказать, стал с ним разговаривать. Вот. Но и как он не упрашивал Андрея Завалишина, чтобы он никому не говорил, тот не мог умолчать, конечно, об этом чуде. И вот с тех пор стали приходить сюда люди местные, в первую очередь, конечно, кто-то благословится на начало дела, там, на строительство дома, еще на какие-то дела, кто-то просто побеседовать, получить вразумление о своей жизни. Но и постепенно люди стали селиться. На 23-м году жизни в пустыне, после ухода с Валаама, во время молитвы преподобный Александр вновь увидел дивный, несказанный свет. И тотчас в его ветхую хижину вошли 3 мужа в ослепительно белых одеждах, сияющих ярче солнца. «Кто же вы, Господи ве мои?» – вопросил отшельник, упав к ногам чудесных посетителей. И был ему ответ: – «Восстань, чадо возлюбленное, и созижди здесь храм». «Но в честь кого?» — снова вопросил преподобный. «А кого ты видишь перед собой?» «В честь святой Живоначальной Троицы», — был ответ. Известно, что до этого Троичный Бог являлся телесному человеческому взору лишь однажды — праведному Аврааму у Мамврийского дуба в Палестине. Александр Свирский стал вторым. За это его стали звать Новым Авраамом, а основанную им обитель – Новым Иерусалимом. Неудивительно, что людей, желающих поселиться рядом с необыкновенным отшельником, было много. Со временем они попросили Божьего избранника стать их игуменом и наставником. Он долгое время отказывался, но люди были непреклонны, и преподобный согласился. А первым делом решил исполнить Господню волю. Когда Троица явилась Александру Свирскому, ему было сказано, что он должен построить храм в честь Святой Троицы. И когда он спросил у ангелов, где нужно строить этот храм, ему было сказано: место тебе покажут. И действительно, какое-то время спустя ему явился ангел и показал на земле место, где нужно строить Троицкую церковь. Первая церковь вот на этом месте, где сейчас стоит Большой Троицкий собор, была деревянная, естественно, небольшая. Вот, Александр Свирский построил ее с братьями. И последующие, естественно, когда она уже пришла в негодность, начали строить каменную церковь на этом месте. Но строится Троицкая церковь всегда именно на этом самом месте, которое показал ангел. Сегодня мы можем видеть лишь 4-е по счету здание. Предыдущий 5-главый собор – был разрушен в 1613 году. На исходе смутного времени сборное разбойничье войско поляков и шведов, отступающих из Москвы, прошло по северо-западу.
По пути интервенты разоряли города, села и монастыри. Обитель Александра Свирского разделила эту печальную участь и была полностью сожжена. Даже каменный Троицкий храм, который находился на этом месте, был разрушен. Его восстановили лишь в 1695 году, в начале правления Петра I. А вот Покровскую церковь с трапезной и звонницей, построенную в новгородском стиле, захватчикам разрушить не удалось. Она сохранилась практически в первозданном виде. Возводить ее начали еще во времена Александра Свирского. А перед началом строительства произошло еще одно чудо, прославившее преподобного и его обитель. Александр Свирский только успел при своей жизни построить буквально до человеческого роста. До первых окон было написано в житии. Вот. Но уже алтарь был построен, и он в алтаре уже молился, чтобы Господь Бог помог как бы вот со строительством церкви. И во время молитвы он молился со своим учеником Афанасием. Во время молитвы явилась ему Пресвятая Богородица. Вот и говорила с ним. Преснодева восседала на облаке, как на троне, в окружении ангелов. А внизу работали монахи и строили храм. И Богородица сказала игумену: «Кто хоть камень принесет для строительства, того я не оставлю». Паломники об этом узнали и, отправляясь в монастырь, везли с собой камни. И вот здесь, вот, допустим, вот, если мы вот посмотрим, посмотрите, начало церкви построено из камня, который народ привез, а дальше уже пошли кирпичи. Александр Свирский был явно отмечен Господом. Однако до конца дней своих оставался человеком удивительной скромности. Был совершенно чужд честолюбию и человеческой славе. И с удовольствием брался за любую работу. Таскал воду, колол дрова, мел дворы, наряду с рядовыми иноками. В житии описывается случай, когда какой-то паломник, встретив его в лесной дороге, в каком-то, так сказать, очень таком затрапезном одеянии, не подумал, что это может быть настоятель этой обители, и стал его спрашивать, где же, так сказать, находится этот настоятель, игумен, как его найти. Он сказал: «А зачем вам этот пьяница нужен? Зачем вы его ищете? Это вообще такой совершенно никчемный человек, которого искать вообще не надо». Вот. И тем не менее дал нужный совет между делом. И когда, так сказать, его слова исполнились, этот человек понял, что он-то встретил как раз самого игумена. О необычайной скромности Александра Свирского свидетельствуют и его последние дни. Заранее предвидя свою кончину, тайнозритель живоначальной Троицы стал наставлять братью в том, как им жить дальше, и велел не хоронить его с почестями, а просто оттащить тело в ближайшее болото и затоптать ногами в трясину. Когда монахи отказались, он попросил похоронить его неподалеку от алтаря часовни, которая когда-то находилась на месте нынешнего Преображенского собора. В итоге братья исполнили волю игумена. А через 107 лет после погребения строители, возводившие новый собор, во время работ по подготовке фундамента случайно наткнулись на гроб, а в нем обнаружили нетленные мощи преподобного. Конечно, преподобный, мало того, что является основателем обители, он, конечно, являлся всегда примером для братьев. И до сих пор мы стараемся с нашими всеми пороками, с нашими несовершенствами вспоминать и думать о том, конечно, так сказать, как мы еще далеки от этого нашего первого аввы и наставника, который до сих пор не оставляет обитель.
После кончины преподобного в 1533 году и обретения его нетленных мощей, Северная Лавра постепенно приобрела статус одного из титульных российских монастырей, активно развивалась и застраивалась. Одна за другой появлялись новые святыни – Преображенский собор с пределом святого Александра, церковь Захария и Елизаветы, Троицкий собор, церковь Иоанна Дамаскина, каменная часовня на месте явления Троицы. В лучшие времена в монастыре было 8 храмов, богатая ризница, библиотека с древними рукописями, свитками и книгами. На престольный праздник Святой Троицы, когда по монастырской традиции святые мощи преподобного переносили из Троицкого комплекса в Преображенский, обитель принимала более 4000 паломников. Ей подчинялось 27 монастырей и пустыней Олонецкого края. Однако к середине XIX века монастырь лишился статуса общежительного и стал штатным, то есть существовал за счет государственной казны и потихоньку угасал. Общежительный устав вернулся в обитель лишь в конце XIX века, а ее настоятелем стал архимандрит Агафангел, усилиями которого монастырь вновь достиг былого процветания. К приходу сюда архимандрита Агафангела он был в очень плачевном состоянии. Не хватало денег на ремонт, поэтому провалились крыши. Вот, горы мусора лежали посреди монастыря. И среди братьев было... Ну, братья было небольшое, немногочисленное, 15 человек, уже престарелых и не очень хорошей нравственности монахов к тому времени было. Агафангел пришел с Валаама, и он монастырь фактически возродил, сделал его общежительным. И хозяйство поднялось, здесь было очень много, значит, всяких новшеств, вот, и фотография была... И, значит, водонапорная башня и так далее, и так далее. И при этом большое, много было земли, вот. И очень много стало монахов. Где-то около 200 человек при нем было монахов здесь. Агафангел был не только хорошим администратором, хозяйственником, но он был очень высокой жизнью монахом. Поэтому он воспитывал своим примером братью. Всегда ходил на правила утром, и до самой своей кончины он практически всегда был с братьями в монастыре и вот на службе. В 1918 году в монастырь пришли первые комиссары. Буквально на следующий же день после провозглашения в Олонецкой губернии советской власти. В первую очередь их интересовали церковные ценности и, как ни странно, мощи святого преподобного Александра. Разграблению обители пытался помешать ее настоятель, архимандрит Евгений. Вместе с братьями монастыря и жителями соседних деревень он организовал союз охраны церквей и часовен. Он и вообще это общество противилось вот различным таким вот нападкам на церковь и разрушению ее. Вот. Он очень был неудобным человеком для советской власти. Вот. Но советская власть не могла приступить к своему главному делу – разорению обители. Обитель была на тот момент очень богата. При Евгении она этого сделать не могла. Поэтому, значит, они вынуждены были сфабриковать обвинение и... В общем, уничтожить этого человека. После этого монастырь подвергся очень серьезным нападкам. И уже после этого он уже возродиться не смог. Вот, Евгений и двух иеромонахов, Исаию в Арсенофе, забрали ЧК в Олонец и там расстреляли в ноябре 18 года. Потом сюда, вот уже в Троицкой части поселились военные, вот они, так сказать, подвергали опасности братью.
Но еще так более-менее монастырь был, еще держался. Вот. А потом сюда приехала комиссия и стали разорять обители, забирали церковные ценности. Потом здесь, значит, нашли склад с вином, его разорили и, значит, бесчинствовали здесь в монастыре. Но раку с мощами не тронули. Это потом уже впоследствии мощи преподобного вывезли в Ладейное поле. Вот. Там они находились в какой-то часовне при больнице, а потом следы утерялись мощей преподобного. Была даже легенда среди местных жителей, что кто-то даже видел, что во сне видел, что преподобный плывет на лодке через озеро. Ну вот, куда-то как бы уходит из обители. Примечательно, что святыня была арестована еще до выхода постановления Совнаркома о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. То есть Александр Свирский стал первым русским предстоятелем, которого посетили богоборцы. Случайность? Совпадение? Александр Свирский был покровителем князей, царей прежде всего. Они тяготели к Александру Свирскому. И они считали его своим покровителем. И это покровительство, оно сильно повлияло именно на разрушение этой обители, прежде всего. И ведь разрушали монастыри, не просто взяли, толпа разрушила, а все было продумано, все было настолько осознанно. И осознанно разрушались обители, прежде всего те обители, которые не напоминали о царских семье. Когда мощи вывезли, обитель постепенно приходила в запустение, а к 25-му году была окончательно разорена. С тех пор здесь находился совхоз, концентрационный лагерь Свирлак, тюрьма для проституток, во время войны финский военный госпиталь, потом инвалидный дом, психиатрическая больница. Многие здания пустовали и постепенно разрушались. Крыши заросли дикой растительностью, и вместо молитв слышались крики и стоны душевнобольных. Казалось, что северная святыня угасла навсегда. Но Господь судил иначе. Новая жизнь пришла в разоренную обитель, тихо и мирно. В июне 1997 года настоятель петербургского храма «Вера, надежда и любови» иеромонах Лукиан Куценко был назначен игуменом еще не возродившегося Александра Свирского монастыря. И вскоре на землю, освященную Троицей, вступили 5 человек во главе с новым настоятелем. Таким малым воинством православные люди вышли на битву с хаосом, царившим здесь последние 80 лет. Как вспоминает монах Антоний, который в то время был послушником Александром, Троицкий комплекс все еще занимала психиатрическая больница. В Преображенской части зияли пустыми глазницами окон полуразрушенные братские корпуса, а в стенах разграбленных храмов гулял ветер. Первые насельники помолились Богу, и закипела работа. Через год после начала возрождения обители случилось чудо. Инокиня Леонида, насельница Покрова Тервенического женского монастыря, после долгой работы в открывшихся архивах обнаружила следы пребывания мощей Александра Свирского. Оказалось, что все это время святыня находилась в Ленинграде, в запасниках военно-медицинской академии. Мы послали соответствующие запросы в военно-медицинскую академию, в Министерство здравоохранения, получить разрешение обследовать эти найденные мощи, чтобы убедиться, что это мощи преподобные. Значит, 28 июля 1998 года нам разрешили у тогда обретенных мощей
прослужить молебен. Был тогда заведующий Одинской академии профессор Ткаченко. Сейчас он священник вот, нашей Русской Православной Церкви. Значит, мощи закрыли простыней, начали читать молебен, и мощи так замироточили, что простыня настолько намокла, что просто как бы облепила мощи преподобного, все, кто это видел. И было лето, тепло, и пчел было много, и пчелы, было такое благоухание гречих, благоухание, такое напоминающее запах гречихового меда. И пчелы просто роем вились над мощами преподобного. Все, кто это видел, ну, даже люди, скажем, медики, люди его церковленные, просто многие неверующие, просто на них произвело такое впечатление, что Каченко сказал, что все, забирайте мощи, просто вот немедленно, не надо никаких бумаг, бумаги оформите позже, что это видно, что это святыня. И мы уже 30 числа перевезли их в Веру, Надежду и Любовь. Сначала мощи избранника Божия перенесли в храм Веры, Надежды и Любови. В разоренной обители не нашлось места для их размещения. Понадобилось 4,5 месяца, чтобы привести в порядок хотя бы одну из монастырских церквей. Но уже в Петербурге преподобный стал творить чудеса. В 8 часов утра двери храма открывались, и тысячи верующих спешили приложиться к мощам. Слава об их чудотворной силе уже пронеслась по стране. Людям возвращалось зрение, проходили параличи и другие тяжелые болезни. Исчезали раковые опухоли, у семейных пар, отчаявшихся ждать потомства, рождались дети. Заглядывали в храмы ученые, отказывающиеся верить в то, что тело монаха, умершего почти 500 лет назад, выделяет благоуханное мира и лечит людей. Но так и не смогли объяснить это чудо. Особенно мироточение происходило по ночам, в основном, когда вот в храме не было народу, вот как бы преподобный больше реагировал, когда храм пустой, когда много народа, кажется, идет молебен, литургия, мощи практически не мироточили, и вот такого чувства, что присутствия преподобного практически не было. Вот ночью, когда открывали мощь, казалось, что он рядом вот здесь где-то стоит. И такой как бы воздух сгущался, благоухание было сильно, мироточило так, что просто мира текло по ногам преподобного, можно было взять просто вот рукой мира снять и на лоб болящего крест, и просто по лбу, по щекам текло мира. Сейчас преподобный уже как бы показал свою силу, так же, как вот мы, когда приходим к Богу, вот когда человек поцерковляется, вначале он как бы летает на крыльях, Господь дает ему благодать очень сильную, но потом он ее отбирает, чтобы человек уже сам трудился, старался, чтобы он показывает, что может быть, когда человек настоящий молитвенник, настоящий православный, а дальше должен быть труд. Также и сейчас преподобный исцеляет, ну, по молитве. Вот кто приходит вот, с искренним желанием. И здесь не важно степень твоего церковления, важно искренне прийти, искренне попросить. И не было случая, чтобы он отказал. «23 ноября 1998 года мощи были благоговейно возвращены в обитель. Несколько лет они находились в церкви Захарии и Елизаветы, а затем заняли свое первоначальное место в Преображенском соборе в пределе преподобного.
Тем временем работы по восстановлению обители продолжались. Первым делом была полностью восстановлена Преображенская часть, братские кельи и настоятельские покои. Водонапорная башня снова стала колокольней, больничный пищеблок, свечной лавкой, а склад инвентаря – Троицкой часовней. Полы в ней были залиты бетоном и завалены строительным мусором. Помещение очистили, а часть его оградили и насыпали песок. И по преданию, ангелы, когда явились Александру Сверскому, стояли именно вот на этом месте, на котором насыпан песочек. Песочек постоянно приходится добавлять, поскольку многочисленные паломники берут на память, там, считая, что этот песочек целительный, набирают на память. Над колодцем, который обустроил здесь еще преподобный Александр Свирский, восстановили часовню. В советские годы здесь находился склад горюче-смазочных материалов. Монахи провели к часовне водопровод и регулярно служат водосвятные молебны. А поскольку в колокольню до сих пор встроена водонапорная башня, вода дополнительно освещается каждый день, да не по одному разу. Троицкий собор вернули православной церкви, однако оставшуюся часть монастырского комплекса по-прежнему занимала больница. Поэтому храм отремонтировали, но служили в нем только по праздникам. Но самое главное, как только в соборе возобновились богослужения, фрески, выполненные тихвинскими мастерами по заказу Петра I, стали самообновляться, набирать яркость и цвет. Это еще одно чудо, которое являет нам Северная Лавра. Вот посмотрите внимательно на изображение Спасителя. У него руки одни написаны так, а вторые руки написаны так. У него получается четыре руки. То есть, видимо, в XVIII веке, при первом написании фресок, руки были написаны вот так. Потом при реставрации XIX века записали изображение XVIII века и написали руки по-другому. Но изображение XVIII века проявилось, и вот, как бы фрески проявляются именно те, которые написаны в XVIII веке. Есть еще второй пример проявления фресок. Вот, если мы посмотрим вот наверх, в барабане, там написаны фигуры пророков. Вот, и есть одна фреска, который еще вот в 2002 году, когда вот я первый раз появился в этом храме, вот, она выглядела как просто серое пятно. А теперь там уже вот видно, что это определенная человеческая фигура, держит в руках светильник и так далее. Да, вот, ну вот это вот пример как бы тоже проявления. Что-то было какое-то вот неопределенное серое пятно, то есть вот в качестве человеческой фигуры это не воспринималось просто-напросто. А теперь вот, видимо, да, идет даже к тому, что может и лицо проявиться со временем. Дело наука не может объяснить, что такое мира, допустим, вот мироточение икон. Наука не может объяснить проявление фресок, проявление икон, мироточение икон, слезоточение, кровотечение икон. Но это наука может объяснить многое, но не все.
Царствии Твоем помяни нас, Господи. Психиатрическая больница находилась на территории монастыря вплоть до 2011 года, пока не переехала в Ладейное поле. Болящие, которые до этого содержались в аварийном здании, получили новое, удобное, оборудованное по последнему слову техники. А в Троицком комплексе закипела работа. В Троицком сейчас сделали внешний ремонт тех братских корпусов. Отдали нам пустырь, который вокруг монастыря. Мы сейчас там сажаем, значит, овощи. Там у нас есть хозяйство такое небольшое. В всяком случае, мы сейчас уже более-менее себя ощущаем хозяевами здесь. Еще больше, чем тогда. Тогда у нас вот шло вот это противостояние. Оно было неявное. Вот, но чувствовалось не потому, что они против были монахов, а просто это, ну, другой дух. У них другие задачи. И поэтому, естественно, должен был быть конфликт. Это неизбежно. Вот. Хотя, в общем-то, мы старались общаться, вот, встречались, и бывший, так сказать, главврач, он приходил всегда на службы, часто бывал здесь на службах, на праздники приходил. С каждым годом растет и духовное богатство обители. Усилиями благотворителей и друзей монастыря уже собрана целая сокровищница. Так, в церкви Захарии и Елизаветы находится одна из шести существующих в мире копий Туринской плащаницы. В Преображенском соборе несколько редких мощевиков с частицами мощей Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Евстафия Плакиды, 76 Киево-Печерских святых и других угодников Божьих. Вот рождественский мощевик с фрагментом яселька Иисуса Христа, а этот – с частицей железного гвоздя, которым Спаситель был распят. Имена жертвователей во все времена вписывались на вечное поминовение в синодике Александра Свирского монастыря. И до сих пор за этих людей молятся благодарные братья. В 2011 году в монастырь пришел новый настоятель, епископ Ладейнопольский Мстислав, который сразу же бросил все свои силы и энергию на продолжение дела своего предшественника. Сегодня его стараниями готовится проект внутренней реконструкции братских корпусов и благоустройства территории Троицкого комплекса. В ближайшее время здесь появятся гостиницы и трапезные для трудников и паломников, потому что в настоящий момент размещение даже 10 человек для монастыря – большая проблема. Однако, по признанию владыки, главная его забота – не внешнее, а внутреннее, духовное благоустройство обители. Конечно, самое главное для меня – это братья. Я надеюсь и молюсь, что Господь умножил братья. У нас, я пришел, было 24 человека, сейчас у нас 27. За мое время был рукоположен один иеродиакон, иеромонах. Сейчас у нас уже еще два иеромонаха вот, рукоположены, несут послушание здесь, в нашей обители. И, конечно, сегодня для нас важно, чтобы вот, братья чувствовали себя дома, чувствовали, что это обитель, не их то место, куда они пришли, не только для молитвы, не только для послушания, но что тот быт, который их окружал, чтобы было для них комфортнее, чтобы они чувствовали себя удобно. Несмотря на то, что владыка Мстислав в монастыре всего год, братья уже успела полюбить своего настоятеля, оценив его родение о мире и благополучии монашеской жизни в обители, отеческую заботу о каждом из насельников. Его приход не разрушил внутреннюю организацию монастыря. Это очень важно. Если архимандрит Лукиан больше всего занимался внешним благоустроением, вот, ему просто некогда было заниматься братьями, то сейчас вот именно целенаправленная, так сказать, вот внутренняя монашеская жизнь. И богослужение упорядочивается, вот, и, так сказать,
больше мы беседуем друг с другом. Вот, нескольких из иеромонахов отправляют на учебу. То есть вот идет вот такое вот уже устроение уже монашеское. С момента, когда в обитель пришли первые иноки, было сделано действительно немало. Разграбленный монастырь уже превратился в настоящую жемчужину русского севера. Однако многое еще впереди. Разорялся монастырь богоненавистниками долго и усердно. А возрождать его выпало на долю всего нескольким монахам. Поэтому любую помощь обители, будь то материальные средства или рабочие руки, трудно переоценить. Любое возрождение нашей страны – это возрождение храма и монастырей. Это, прежде всего, та история, те истоки, откуда происходит мы. Потому что кроме веры нам нечего отталкиваться. У нас есть опыт более 70 лет вот такого вавилонского плена, как когда-то израильский народ до своего вступления к Богу попал в вавилонский плен, так и мы. Мы отступили на Бога. Нам дали свободу, дали землю, дали хлеб. Мы получили все, но с другой нас забрали веру, а потом все забрали остальное. Поэтому, думаю, для нас вот, восстановление обители – это, прежде всего, восстановление нашего Отечества, это восстановление, прежде всего, нашей земли и нашей веры. Потому что церковь – это та основа, это мать, которая всегда ждет своих детей, которые возвращаются, и так всегда будет. Александро-Свирский монастырь – удивительное место, где явственно ощущается связь времен. Островок вечности в стремительно развивающемся мире. Время, которое властно только над материей, отступает здесь на второй план. И даже сегодня, в 21 веке, обитель живет по тем же законам, что и 500 лет назад, во времена преподобного Александра Свирского. Конечно, с тех пор появилось электричество, водопровод, газ, автомобили, компьютеры. Но духовная жизнь осталась неизменной. Православные люди по-прежнему стремятся к святому тайнозрителю Живоначальной Троицы. По-прежнему в обители проводятся богослужения, звучат молитвы и разносятся по окрестностям колокольные звоны. И точно так же, как и полтысячелетия назад, совершают свой духовный подвиг иноки, насельники монастыря. Что заставляет этих людей отказаться от своей прошлой жизни, отречься от своего имени, оборвать все связи с миром и жить здесь, в стенах обители? Они не ищут власти и развлечений, не стремятся к комфорту, а суетному и бренному предпочитают вечное. И даже внешним видом отличаются от окружающих людей. Всегда в черных одеждах, всегда в трудах и молитвах. Для невоцерковленного человека жизнь в монастыре может показаться каторгой, а для монаха – это высшая свобода в служении Богу и ближним, в молитве за весь мир. Для братья Александра Свирского монастыря день начинается еще затемно. К 6 утра монахи собираются в Преображенском храме на утреннее молитвенное правило. После полуночницы, акафистов и молебна у мощей святого братья отправляются на завтрак, а затем выходят на послушание. Монахи участвуют в богослужениях, исповедуют и причащают, поют в хоре и занимаются строительством, работают в мастерских и убирают территорию, готовят пищу и пекут просфоры. В 1:30 – обед, 2 часа свободного времени для отдыха и молитв, а затем снова послушание, уже до самого ужина. После трапезы – вечернее молитвенное правило, а за 1 час до полуночи – отход ко сну. Практически никакого досуга, лишь молитва и труд.
два краеугольных камня монашеской жизни. Монах Леонид целый день проводит в пекарне. Его стараниями в монастыре никогда не переводятся просфоры. Они готовятся из пшеничной муки, воды и соли, а состоят из двух половинок – верхней и нижней, во знаменование двух природ Иисуса Христа – божественной и человеческой. Замешивается определенное количество муки. Там, в зависимости от того, сколько хватит сил, и какие просфоры делать. Потом туда добавляется крещенская вода обязательно. И соль. И дрожжи, конечно. Отец Леонид когда-то был рабочим текстильной фабрики. В монастырь пришел более 10 лет назад и с тех пор исполняет послушание просфорника. За это время он настолько отточил свое мастерство, что может испечь просфору едва ли не с закрытыми глазами. Некоторые храмы Ленинградской области даже специально отряжают к нему учеников перенимать опыт. Получается, далеко не у всех. Но это должно каждый день, чтобы запомнить сам процесс. Потому что если ты какую-то неделю даже не поработаешь, уже тяжело начинать заново. Их выкатывать, делать как бы. Если, конечно, как я здесь уже долгое время, скажем так, да, то для меня это, в памяти стоит уже. Так ты уже. А кто человек этим только начинает заниматься, поэтому ему, конечно, тяжело. В общем-то, послушание чем-то похоже на армейскую практику. Подчинение командиру и выполнение его приказов. Но есть одно принципиальное отличие. Монашеское послушание предполагает не только внешнее подчинение, но главным образом – внутреннее. Только тогда послушание становится спасением, лекарством от недугов души, гордыни и самолюбия. Подчиняясь настоятелю или духовнику, монах должен отказаться от всего личного, отречься от своей воли. Именно поэтому послушание является одним из основных монашеских обетов, даваемых при постриге, наряду с нестяжанием, целомудрием и непрестанной молитвой. Отец Корнилий – монастырский звонарь и резчик по дереву. Редко кто из братьев видит этого монаха в праздности. Ежедневно, даже в лютый мороз и в невыносимую жару, он поднимается на колокольню, берет в руки веревки приводов и творит самые настоящие чудеса. После звонницы Корнилий направляется в резную мастерскую. Находится она за монастырскими стенами, в паре километров от обители. Киоты, оклады икон, декоративные элементы внутреннего убранства храмов и келий монастыря – все это делается здесь руками трудников и монахов. Как признался отец Корнилий, когда жил в миру, даже представить себе не мог, что начнет резать по дереву. И тем более не подозревал, что станет монахом. Образование у меня историческое. Поработал немножко преподавателем. Потом была перестройка, всякие трудности финансовые. И работал, где только не работал, короче говоря. И на заводе пришлось поработать там. И в разных там конторах. А к Богу, я не знаю, как я пришел к Богу. Это надо у Бога спросить, как он меня привел сюда.
проезжал частенько по Мурманской трассе и увидел указатель Александро-Сверский монастырь. Ну, подумал, что вот хорошо бы в монастырь приехать, патрульничать там. А в принципе еще был не воцерковленный человек. Крещенный, но не воцерковленный. То есть в храм. Очень редко заходил в храм, там свечку поставить, помолиться там, когда уж совсем тяжело. Ну, как обычно, воцерковленные люди, пока не припечет, о Боге не помнит. Это я такой же был. Приехал в 2002 году весной, перед Пасхой, Великий пост. Потрудничал недельку. И что-то вот подумал, что хорошо бы здесь вообще остаться. И остался. Господь оставил. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иеромонах Игнатий когда-то тоже был невоцерковленным человеком, воспитанным в атеистическом государстве. Однако сейчас он живет в монастыре, исполняя свои послушания, богослужения, совершение таинств и треп, общение с духовными чадами. По словам отца Игнатия, если бы он знал о монашестве ранее, еще в юности, то не допустил бы многих ошибок в своей жизни. Для нас это было как даже, может быть, пугалом. Да, монашество, монастырь. Мы все-таки себя ощущали светскими людьми, живя в миру, и у нас были одна была только задача, это вот, значит, жениться, то есть сделать карьеру и так далее. Я учился в техникуме промавтоматики. Несколько лет я работал, значит, на одном предприятии, так называемый научно-исследовательский технологический институт в Сосновом Бору. Вот, мы занимались ядерной энергетики. Вот. Потом произошла семейная катастрофа, как у многих людей. Вот. Переехал в Петербург. Там несколько лет прожил. И там я начал готовиться к монашескому пути, не осознавая, наверное, даже больше ходил в церковь, значит, прислужил священнику на богослужении. А потом пришел Господь, привел в Свирский монастырь. И здесь я уже прожил, живу уже больше 10 лет, 2 года в священном сане. Исполняет свои послушания и настоятель монастыря, и епископ Мстислав. Помимо игуменства, он является благочинным Ладейнопольского епархиального округа, организует духовную жизнь двух районов Ленинградской области, а это десятки храмов, тысячи прихожан. Как рассказал отец Мстислав, в монастыре совершенно не важно, кем был человек раньше. Здесь не играет никакой роли его происхождение, социальное положение, благосостояние. В миру крупный чиновник и простой рабочий не имеют ничего общего. Здесь они становятся братьями. Вместе трудятся, молятся и созерцают вечность. Но быть монахом непросто. И, конечно, с детства, когда читаешь духовную литературу или житие святых, где-то внутри идеализируешь те или иные вопросы, наверное, духовной жизни. И, конечно, понимаешь о том, что это, конечно, замечательно, это удивительно, и, конечно, восторг души и желание стать монахом – это то, к чему, наверное, человек должен стремиться всю свою жизнь. Но когда становишься на путь, понимаешь, что это не только тот путь, который ты избрал, является путем непростым, но это крестоношение. Это та Голгофа, которую человек сам себя, становясь монахом, распинается Христу. Многие идут в монастырь с убеждением, что здесь их ожидает пасторальная жизнь на лоне природы, необременительный труд, молитвы у старых притворов и чувство сопричастности к чему-то вечному. Но вскоре они уезжают отсюда, быстро растеряв былые иллюзии.
Путь в монастырь у каждого свой. Кто-то готовится к этому с детства, а кто-то становится монахом уже в преклонном возрасте. Но случайных людей здесь нет. Если молодой человек говорит, что я приехал сюда надолго, я приехал сюда стать монахом, значит, где-то неделя-две, и он уедет. Однозначно. То есть в основном люди как бы вот приезжают, работают, а потом вот остаются, работают, и потом уже в послушники. И вот так потихонечку все это происходит. То есть вот если человек сам решил, что он будет монахом, скорее всего, он не будет монахом. Для этого нужно решение Господа Бога. Воля Божья приводит людей в монастырь, не воля людская. Лишь самые сильные духом соглашаются на добровольное сураспятие себя Христу и непрестанную духовную борьбу со своими слабостями, страстями, грехами и сомнениями. А помогают им в этом Господь Бог, святой преподобный Александр Свирский и, конечно, любящие братья. Это очень важно, потому что любой монастырь строится по примеру семьи. Во главе находится старший, вот, а все остальные братья, которые значит, выстраивают свои отношения из то есть по любви друг к другу. Это очень сложно, очень сложный такой путь, потому что каждый приходит со своим характером, уже со сложившимися привычками. И мы знаем такой отрицательный опыт наших коммуналок. Да? Ведь коммуналки, они же вроде бы там были задуманы с хорошей целью, чтобы люди сблизились, чтобы люди любили друг друга, как одна семья, да. Но получалось так, что без Бога вот такой коммунизм, он невозможен. Только с Богом. И даже с Богом трудно, потому что вот эти страсти, они, так сказать, мозг твой помрачают, и ты не можешь видеть человека, который тебе ничего не сделал, в общем-то. Возникает какая-то неприязнь, непонятно с чего. Вот. И для этого нужно очень много потрудиться над собой. Иногда монастырь сравнивают с тюрьмой. Монах пожизненно заточен в камере, но при этом его никто не охраняет, и ключ у него в кармане. Такой вот символ высшей свободы. Может быть и так. Однако братья Александра Свирского монастыря предлагают свою аллегорию монашеской жизни. Тюрьма напоминает коробку, ну вот, в которой лежат, то есть находятся всякие там, значит, насекомые. Эту коробочку открываешь, и насекомые разбегаются в разные стороны. А монастырь напоминает муравейник. Как бы муравейник не разоряли, муравьи все равно опять собираются, опять выстраивают этот свой домик. Такое центростремительное здесь большее движение, чем у людей. То есть самое главное в монастыре, в христианской жизни – это та цель, ради которой человек всегда приходит. Если человек уходит из мира, потому что он не удовлетворен собой, там, ну, какие-то там у него трагедии и так далее, и он уходит в монастырь, то это на самом деле бесполезное дело, потому что нельзя уходить в монастырь от чего-то. В монастырь надо идти из любви к Богу. Вот когда собираются единомысленные братья из любви к Богу, любят Бога, и им друг с другом интересно, они делают общее дело, и многие лишения воспринимают с радостью. То есть пост, там, коленопреклонение, длинные богослужения, они уже не являются чем-то ну, таким, как вам сказать, наказанием, да, вот, а наоборот, человек с радостью стоит на службе, потому что он общается с Господом,
С радостью он постится, потому что вот эта вот материя, которую он в себя поглощает во время пищи, она его отягощает, как некая груз какой-то такой тяжелый. А так он освобождается, питается легкой пищей, и он больше питается молитвой. Вот. То есть вот такое, это самое главное должно быть. Главное дело, которое человек делает в монастыре, это вот любовь Божия. Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя. Так говорил о сути монашества преподобный Серафим Саровский. Этому принципу монахи были верны всегда. И на заре христианства, и во времена Александра Свирского. Верны сегодня и будут верны вовеки. По мере сил своих вот мы этот подвиг пытаемся выполнять. Вернее, не выполнять, а совершать. И вот уже более 500 лет на берегу Тихого Рощинского озера стоят живописные строения Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря. Обители с богатой и драматической историей, которые помнят величие и упадок, славу и скорбь, разрушение и возрождение. И по-прежнему она сияет в своем великолепии во имя Божие и на радость людям. И так же, как встарь, населяют обитель иноки, взыскующие Господа, добровольно оставившие суетный мир ради вечной истины. Их трудами и молитвами всегда славилось это святое место. Место на земле.